мясо! Вернусь.
Что ты видишь? Ugh.
Горю! Тише, Сюник.
От всего сердца. Мерси, дитя мое. Да благословит тебя матушка. Садись на любое место. Матушка скоро начнет. Тонула я в темных водах. Но тут возжег он свет свой благой, столь славный, столь яркий. Вы верно помните, как святой Таурин вернул к жизни сгоревшую девицу? И я в детстве обгорела чуть ли не до смерти, но святой явился мне у алтаря, коснулся и исцелил. Время не властно над его мощами. Он коснулся меня, чтобы я коснулась вас. Да, такого даже Локи не выдумал бы. Бог есть свет. Но чем заняты вы в сиянии его? Всякий печется лишь о себе, погружаясь во тьму. Умыслы ваши, ваши сердца и тела отданы дьяволу. Все вы обречены, и нищий, и король... И королева. Изберите себе ныне, кому служить, ибо грядет суд, а с ним либо избавление, либо вечные муки. Помолимся. Исчезла. Похоже, ей что-то известно о королеве. Надо ее найти. Ты не видела моего мужа. Ты печалишься? Мой муж пропал. Он давно ушел за избавлением, и его все нет. О, это я виновата. Что еще за избавление? Муж меня любит, но вдруг решил оставить. Его сбил с пути истинного дьявол. Мы послали его в Аквилу на обряд избавления. Матушка сказала, что так можно изгнать дьявола. Значит, обряд проходит в Аквиле? Да. Там обитель матушки. Бедный мой муженек. Но ведь он цел, правда же? Молись своему Богу, но на всякий случай готовься к худшему. Да, нужно молиться. Молиться. Нужно заглянуть в Аквилу, где проводят эти обряды. Святой побеждает трех йотунов, показав им крест. Ему повезло, что среди них не было Фенрира.
скрыть лицо. Чем меньше внимания я привлеку, тем проще будет найти королеву. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Я лишился семьи. Замок, верно, неподалеку. В воздухе пахнет кровью, а на языке тяжелый привкус железа. Саркофаг христиан. Все прочие сделаны давно, а этот новый. Белла Торрес. Может, матушка ей не навредит? О, я тебя не заметила. Ты новый помощник? Славно, славно. Да, меня прислали помочь. Неудачно ты выбрал время. У них там королева. Скверно это, я так не могу. А я могу. Что мне сделать? Правда? Хорошо. Нож матушке нужно окунуть в жертвенную кровь. Он на столе. Потом его надо отнести ей. Ладно, я подготовлю нож и передам его матушке. Жди здесь. Нож славно сделан, но уже затупился. Резать им будет непросто. Нужно окунуть его в кровь. Избавления обходятся недешево. Покрыт кровью. Он позволит мне подобраться к матушке, не навлекая беды на королеву. Они убьют королеву, если я нападу в открытую. Нужно подобраться ближе, не вызывая подозрений. Thank you.
Ты ведь знаешь Писание, Ефразия? Кто только научил тебя этому? Меня научил сам Господь, как ты скоро увидишь. Королева в плену. А это лучшие воины матушки. Лучше избегать открытого боя с ними. Может, я смогу их как-нибудь отвлечь? Она не всегда была такой и прожила слишком мало. Твои поступки суровы, но, похоже, сам Господь направил тебя сюда. Ты Норман, верно? Я Эйвор из клана Ворона, и никакой бог меня не направлял. Меня прислал твой коронованный супруг. Тебя прислал Карл? Времени мало. Надо найти выход, пока нас не обнаружили. Я знаю дорогу. За мной. Я не успела поблагодарить тебя. Ты очень отважен. Отвага здесь ни при чем. Я обещал доставить тебя к Карлу, потому что у нас с ним уговор. Чувствую прилив сил. Это все чушь. Сейчас здесь для них полным-полно. Thank you.
Теперь здесь будет немного безопаснее. Это будет позже. Меня не должны узнать. Накину капюшон. Мы в тупике. Стена тут хлипкая. Ты и правда был сегодня орудием Божьим. Но мне пора.
Я должна кое-куда добраться. Тебя освободил не твой бог, а я. И сделал я это, чтобы ты вернулась к мужу. К нему ты и отправишься. Думаешь, Господь не причастен к твоим поступкам? Любой может стать его орудием. И простой осел, и ты. В любом случае, я доставлю тебя к Карлу. Ему нужна вовсе не я. Тебе можно верить. Я знаю. Бог вершит через тебя странные дела. Я покажу тебе, что ищет Карл. Может, ты хочешь меня обмануть? Да, я могла бы, но не стану. Разве ты не видишь, как все странно сложилось? Это точно дело рук Божьих. Его главное чудо — то, что ты всегда считаешь себя правой. Ты мне нравишься. Господь не зря тебя выбрал. И я надеюсь, мы подружимся. Я пойду с тобой. Я хочу договориться с твоим супругом. Но он непростой человек. Как аккуратно ты подбираешь слова. Карл не всегда был таким. В детстве у него бывали припадки безумия. Взрослые решили, что он одержим. И провели над ним обряд. Потом он искренне уверовал, но начал смертельно бояться огня. Когда мы встретились, он был честен и набожен. Ты будто гордишься Карлом. Он любит тебя? Да. В каком-то смысле. Но он и я никогда не были по-настоящему близки. Он тебя не любит? Дело не в нем. Я не смогла быть такой, как надо. А он мужчина и нашел утешение в других местах. Та монашка, матушка, убила бы тебя. Возможно. Ее обряды избавления очень жестокие. Выживают не все. Ефразия состояла в тайном ордене, где верят, что Франки забыла Бога. Она думала, что я одержим. В том же ордене, думаю, был епископ Ангельвин. Ты его знаешь? Да. Они зовут себя Балаторес Дей, Божьи воины. Их еще осталось много. Это Бернар. Мы здесь ради какого-то мальчишки? Да. У Карла есть сын. Малыш. Рихардо, ты цела? Бог меня храни. Не сомневайся в нем. Бернар, это Эйвор, наш друг. Ступай умываться. У тебя больше краски на одежде, чем на холсте. Он чудесно рисует для своего возраста. Он назвал тебя по имени? Да. Звучит странно, знаю. Но я ему не мать. Как еще ему ко мне обращаться? Так Бернар не твой сын? Увы. Но я все равно его люблю. Как я сказала, мы с Карлом никогда не были близки. Но он мужчина и король. Конечно, нашлись другие, готовые утолить его голод. Так и появился Бернар. Ты спрятала его здесь от отца? Карл хочет, чтобы Бернар унаследовал его трон. А мальчик страстно желает угодить отцу. Потому я и прячу его. Карл направит Бернара на темный путь, на котором не стать добрым королем. Я обещал Карлу вернуться с тобой. Ребенка в это впутывать не обязательно. Я бы и не позволила. Бернар знает, что помощь можно найти в церкви, когда меня нет.
Мне снова нужно отлучиться. Вернусь, проверю твои латинские глаголы. Я знаю, что ты без меня встретишься с отцом. Не думай, что я глупый. Спрятав Бернара, ты рассчитываешь не дать ему стать королем? Ты не так меня понял, Эйвор. Бернар должен взойти на трон ради блага Франкии. Но ты видел, во что превратился Карл. Бернар молод, но станет славным правителем. И к твоим соплеменникам будет относиться лучше. Если Карлу нужен мальчишка, он разгневается, увидев тебя одну. Надеюсь, это не так. Карл знает, что меня схватили Белла Торрес. Он верно волнуется. Мы не слишком ладили в последнее время. Но он же прислал за мной тебя. Может, он хочет примирения? Кит! Кранта Полия!